Чуть позже я также расскажу о расстановке составах. А вот это, пожалуй, опасно. Единственное, что не успел замкнуть эту передачу, получите. Получите неприятность и благо, что Дмитрий инициативу. Как это ни парадоксально, именно Гомель играет первым номером. И вот смотрите, не было вне игры. А это выход один на один. Ну и что же? И что же? И что же? Ай-яй-яй-яй-яй! Следует удар! Динамо. Вратарь, были такие эпизоды, конечно. И поэтому, если есть возможность, вратари уходят с поля. Смотрите, опять я поражен. И что же сейчас? Следует удар! И Дмитрий Дударь! Второй выход! Если центральная защита... резервный арбитр и... Смотрю, потянулся. Опять удар. Смотрите, выносит защитник. Да. Закончу уже. Упускают, упускают. Брещание правым флангом. Следует прострел. И аналогичный момент, как ущерба был. А здесь получите. Удар Гомеля и гол. По-моему, это был Геннадий Близнюк. Василюк с мячом. Через левый фланг. Логично, здесь пусто было. Больше свободы. И вот Демешко классно бьет. Александр Демешко. Просто и браво киперу. Через центр. Зона освобождалась. Челядка Павел должен был идти. Правый защитник Брещан. Опять смотрите, что делается. Я сегодня... Это удар и гол, конечно же. Я его просто... в последних играх тоже использует на фланге. Решето сегодня центральная зона в Бресте. Смотрите опять. Пенальти, дорогие друзья. У меня нету слов. Вы видите все сами. Просто поразительно. Ничего не остается, как, извините, иронично. И гол. Гол, гол, гол. Гомель громит брестское «Динамо». Уступают брещане, уступают, конечно, разгромно. 0-3. И на своем поле. Да. Они добыли титул только в золотом матче против гродненского «Немана» 1-0. Потому что обе команды... И что же? Да. Ну, смотрим. Удар. И гол. И гол. В следующем туре, если я не ошибаюсь, они встречаются. Они выяснят who is who. Кто есть кто, да? Все, дает свисток Сергей Цинкевич. Ну что ж, 0-4 динамовцы Бреста уступили футбольному клубу «Гомель». И надо сказать, что уступили по игре.